Вот мои годовалые рогатки. Натуральные рогатки. Сегодня замерял. Сейчас домой зайду, там посчитаю, напишу, потом сниму ролик. Там пандуса я с этими выпускал, он на 3 месяца помладше. Раз в 2, наверное, выпускал, и они с него не слазят все. И, короче, он у меня схуднул немного. Сейчас вот второй раз выпускаю уже без него. Я его там одного оставляю. Короче, а то они так тормозят его рост. Пандус у меня догнал вот этого черно-пестрого. В замерах они одинаковые. Но это чуть повыше он. Галфсинизированный. Вот тюк раскидал я. Ну и там хрень. Более-менее, который выбрал туда вон, где кормушка была, перекинул. Ну я что заметил, даже целый день на улице они не ложатся здесь. Хоть и на сено все равно не ложатся. Вон целый день они сношаются. Замерил больших, короче, что-то плохо растут. Пора сдавать, наверное, хватит. 2 сантиметра в объеме, ну 10-12 килограмм, наверное. Ну, может, единственная плотность увеличилась. Пока цена поднялась, ну, я думаю, еще, наверное, поднимется. Вроде кормлю так же по объему, а что-то навоза катастрофически много. Вчера 4. Вот таких 4 вчера вывез. А это корыто размер 110 на почти 8,76, что ли там. 110 или 116. Ну что-то в этом роде. Много. До хрена лезет. Снежок тает прямо на глазах. Все текет кругом. В объемах вообще много упало. Вот тут почти у меня до крыши было. До карниза. Прям осел заметно. Пару дней. Жома до хренища. Сейчас даю по ведру всем. Большим и коровам по ведру. А мелким поменьше. Ведро на двоих, самым маленьким ведро на троих. Все, крыша тут кругом текет. Льда там сантиметров, наверное, 20 наверху.